пока соберем. Ну, а сколько нам? Давай, во сколько? Часиков 4-5. Ладин, лови, боль. Я пользуюсь дердамыч. Осколки с тобой пароли не слышат. Да я получу Димону отдал бы их. Ты про себя? А про кого еще-то? Заберите стража, он кливает. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Сломить его было очень трудно. И я подверг его душу ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся. Никогда! Я никогда не буду служить тебе! В конце концов... Чё ты как помер? Да, олени. Кстати, а есть, да, новый уже ДБМ на ОКЗС? Угу. Давно. Скачать будет. Я потом не кидал, там скачай по ссылке. Тут шмот парола, да? Угу. Ну, если, ну кто-то, я... если кто-то решит посраться за шмот, то я сам буду решать. Не, я уточнил, просто нету, в принципе. Вообще есть. Ну, я вот когда в гильдии своей водил, я водил на групплуте обычку. Ну, это зависит от коллектива. Если вы внутри коллектива можете или между собой решить любые проблемы, типа там, вот давайте я там уступлю, там, давайте я заберу, давайте этому лучше. Если вы такие вопросы можете сами решить, то можно даже на группу идти ходить. У меня никогда не было проблем при этом. Танк забери, моба. Скелет. Проблематично двоих здоровых держать еще весь АК. По-моему, ты не один там. Я не могу сорвать с него. Большой не там. Большой, да. Смотри. Здорово. Привет. Ну, теперь еще и мастера слот надо искать. А, у него же есть все. Он сказал, чилиться будет теперь. Алло, я здесь. Алло. Мастер, никаких чилиться, ты мне нужен. Ты ничего не настроил, что ли? Я все настроил, все просто охуетительно. Кроме одного.
Мастер, смотри, у меня вот так вот сейчас выглядит. А что не настроил? Пошли ниже, полижемся. Полижем. Мы в 6 хилов, да, будем идти? Да нет. Никто не смеет входить в обитель господина. Чек на пол. А, у нас 5 хилов. Все, гони. Лапа, бар. Кто танчит твой? Ну давай ты как МТ будешь. Тебе и веселее будет. А Волзик просто клиф делит, трэш. У нас еще один паладин есть. Авесом в ДД в Пекасе. Асом XD. Авесом в Ретрик есть? Есть. Давай в Ретрика. Ну ладно. Так и быть, да? Ну а что я скажу? Уговорили. Нет. Уговорили. Так как-то по боку хотите, ретрик, ладно. Даю отчет. Сломанное ребро ДП5. Костерезом бьет. Он типа первые три удара бьет нормально, а потом вроде и блокируются удары, а стаки не даются. Странно. Первый убитый босс, хорош. Блин, тролль.
Один рулил. Хорош. Вы здесь потому, что наделены... Друид, давай, помогай. Чё, 9к для 240-го нормальный ДПС? Да. Удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Так, кисти рук, кожа. Чё-то там на ребру, наверное, да? No. Зачем вы помощника ферите? Помощника не в милике не бейте. Не рядом стоят. Но не могу отвести это. Вы можете бить помощника все. Поэтому он филиш держится, да. Бейте все. Я просто в шоке вот от логов, которые вот всегда вот здесь вот стоят и тупят. Вообще ничего не... Там мелики дохнут, а они ничего не делают вообще. Красава. Ну, пан, у нас так пол гильды делает, тупят, ничего. Вон два помощника, ну нафиг. Для нашего господина. Так забери. А, так что, я у меня шотнуло. Танки заберите череп, сомалийский забери череп. Череп, дайте стан и отбегите от него. 40. Все, кто упали, побежали. Заэвэйдили, заэвэйдили, заэвэйдили. Я, говорите, так криво, что вы делаете? Побежали все. Помощники вокруг себя дают взрыв. Нельзя к ним подходить. У нас же есть лок ферящий. Вот я стою в милизоне и феряю просто. Не-не-не, сейчас окей, типа, там помощники, которые побежали, надо было зафирить. Ладно. Ну, я одного ферил только. Надо, чтобы все локи... Не, если ты его фиришь, он не взрывается. Вот квадрат пофирил бы. Да-да-да. И полрейда бы не упало. Нормально, да? Да, ну пойми, вы ставили двух помощников, понимаете? Вот, а не вот, одного. Вот, одного один... помощника я фирил. Один лок фирит, а один не фирит, я так понял. Крест, крест в фирке, да? Сейчас смотри, минус 10. Не? Я теряю череп. Ну вот. Ну а сейчас будет минус 10. Не будет. Ну повезло. Это трэш, ребята. Это уровень РБК. Не знаю. Побежали. Ну побежали, это побежали, но комбат висит. Ну и что? Это не мешает покинуть тело и побежать, зайти в инст. Портал не пускает. Значит, в этом смысле. Это уровень РБК сейчас Лена. Чтобы так не унижаться, не бегать, просто не это, не дохните на трэш, делайте правильно. Это же не сложно. Ну, никто не против, ну как бы он... как ДД виноват, что он упал, если подвели именно помощник. А всегда ДД виноват. Ну ты подошел. Ну согласен. Пускай хороший там, игрок, живой игрок. Вот, все правильно. Плюс 500 ЕП Гриффиндору. Отлично. Слизерина, как обычно, проигрыша, да? Да. Не. Слизни. Слизнерин. Слизнеры? И так можно. Пойдет. Блин, прикольно держать агро в 20 метрах от мо. Вот, и там местный Дамблдор, ты, получается. Местный экзибит. Сам ты Дамблдор! Есть то спуфендуя, короче, а? Есть только сплюхендуя. И сколько вас, много или ты один там? Внимательно. Короче, это пятая, да, такая вот квалификация, скажем. Уникально. Мне кажется.
хил Void Beat. Мне кажется, он слакает. Слакает, а, слакает, да. Void Beast, вот это слакает. Забирай, забирай, забирай. А есть кто по рейдерам, как бы, здесь разбирающиеся? Вон Шредер сидит. За то, что Агила шмот как бы здесь прокает на реплику. Изи план, короче. С половины. Не, ну буря по КД это круто, конечно, но... Получается, ты первого сделал такой, да, ну, он хорошо дамажит. Сделаю я второго, проверим. Может, я с тем просто забагался? Просто элементарный был вопрос, я извиняюсь, конечно, дико. Агила шмот на реплика здесь как бы интересен, а кто? Да. Да. Который чисто под Агилу, я знаю, что там другой билд нужен. Как бэкапы, может, ты в этом имеешь в виду? Да, конечно, если есть там какой-то турбо у вас, да, то пускай подскажет, я не против, есть интерес. Поэтому и спросил. А рыбу пожрать? Так, да? За беспокойство, да, блин? Понятно, ну и убивай. Блядь, видишь, ты пиздала, мой верный слуга. Танки, не танки. А чё, дроид? Ты не в сил противиться моей воле. Родину застал. Сзади милишный мап. Восстань и обрети истинную форму. Сзади мув. Притяните, убейте. Ты не в силах. Что за бред? На рабочий стол выбрасывает. Хорошо. О, спасибо за стан. Блин, меня выбрасывало с игры. Все, я тут. Ладно, я потом читаю. Сюда мечта. Да, да. Тогда не бейте его, я его соберу. Слева ближайший к боссу фанатик мой, я его буду терять на голову. Переведем сейчас. Переводите. Моей воле!
нас пал есть? Хэпал. Окей. Да, я думаю, Джагу юзать, нет? Юзать. Ну ладно. Его ваншот надо. Не. Понял. Я понял. Я понял свои основные приоритеты. На все воля господина. Ваша смерть неизбежна. Колечко охуенно. Все на офф ролят. Всех. Во всех. Это на офф. Да, секунду. Микстура, ты за кого тут? За шамана. Я бегаю, репу качаю. Мне, в принципе, нормально. Это надо. Хорош, как говорится. Да, да, хорош. Сладкая тут. Хорош. Я заметил. Не, ну там на боссе меня что-то выкидывало на рабочий стол. Я ничего не понял. Понятно, слакал. Не, ну это вторая причина. Еще очередные. Только мы там на. Книга жалоб хорошая. Это все хорошо, но, например, Глору отдавать, когда есть танки, тупо ДДшникам, не знаю. Но это мое мнение такое. Сак-сак. Фурик. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом! Лактарагар! Оркрон, взлетаем! Волзы, ты здесь, я туда лет. Окей. Вы видите? Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Это Глора.
Сейчас вы ответите перед... Пушки, надеюсь, распределились. Не понимаю, какой меч. Вон, я лень там. Да там пишет. А, жбит все. Жадина. А вот, Шейпер, ты мне скажи, пожалуйста, ты думал, что если одно Т5 он получал, то второе Т5 он получал без ГП или? Так в чем тогда претензия, блядь? Полетели. Улетели. Нет, просто говорю. Статус даю два раза. Просто получаешь. Хильцы. Типа ловишь ГП за два куска, потом второй лутаешь, какой тебе нужен. Не так кто-то говорил. Полетели. Но они не улетают. Да. Угу. Просто уходишь, пусть сливается. Хорошо. В обстрел. Да-да, не с таким танком, не с таким танком. Ну да. Я прожал все, что было. Не, почти. Ну, я там был не способен. Почему профи карты не в рейде? Там не только лечь ему нужно, ему надо в целкадный фул 25 оп, чтобы пройти с нами взрыв. Он сказал ему только лечь. У меня убит проб, короче, в обычке получается 50-ка и 25-ка. Тебе надо в 25-ке всех боссов убить, тогда ты получаешь ачиву. Ну, у меня убит проб 25-ки и 10-ки. Это не только проб. А Синдра убита? Синдра убита, это леща доходила. Болеть. Ой, это Лана. Давайте... Так, лечу сразу. Ребят, давайте сошпём краба или полетим к лечу, хули. Вообще, кто её рейлит? Не. Чё, в рейде, что ли, блядь? Где это? Не, ник. А, понял. Не, просто как бы впервые в 25-ке рейде с вами, я хочу понять просто, кто это говорит. Да не, нормально все, просто чтобы понимать по голосу, кто есть кто. Да, говорю, ДД сейчас. Повесу? Да, я ее парень. Вот друг, не парень. Да, позиция своя. Слава богу, я бы сказал. Не трогайте. Не знаю, Оля, не.
У Оли не должно быть личной жизни, чтобы она всегда ходила в рейдис. Ясно. А Весом, а ты случайно не паладин? Случайно. А ты случайно не с Ювова? Случайно с Ювов, да, я спрашивал уже. А Хомича помнишь? А Хомича помню, Сава, здорово. Или это не Сава, который... А это не Сава. Погоди, его друг. Ну, блин, паладин уже потом у него был. Пересекали с тобой, так скажем. Ну, ты в ритуале был тоже. Да. Все, не богатый. А потом слышишь, а вот помнишь, ты мне денег... Я понял. Да не, если с Вова Хомич, то ты шо? Я так понимаю, ты... Ну, здесь... давай кому-то другому. Ой, ну заду там нужно вообще-то. Ну заду зачем? Сзади к тебе зачем? Подожди. Бля. Подлезал. Просто кринж. Лапу бафните. Это я пока запускаю, да? Нет, не запускай, Слава. У меня кот вас попросил на орка место уступить. Да. Нет, а я Котласа выступаю. Или Котласу, как он. А, ну хорошо. Мне событий, Талик, у меня он есть. Шейпер, ну что, падают осколки, да? Ага, уже 3. Угу. Я просто вспоминаю, как ты этому говорил мастеру. Ну как будет, ты узнаешь. Чё два дерева? А, ну да, нашел два дерева. Что тебе нужно? Коркра, выдвигайтесь. Герои, я знаю, кому Воля пойдет, если выпадет. Я заберу. Я этого ДК не буду говорить. Тот, кто присоединился. Наверное, не тот, так много АДК, наверное, в районе. Ну, можно и не смотреть. Так, ПР, причем? Ты же сам сказал, консул рут. Ходит за Эсока, пожалуйста. Вот тебе пример. Здесь, чтобы забрать его тело. Да, можно. Тот же пример Ютя. Ютя, третья, о, четвертая ката. Два плюса. И шо? За Эсока ты с нами не ходишь. У нас приоритет это за Эсока. Я позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности. Он ее задонатил. Чашка у него есть. Я пообещал Герл с пула. Она умирала, что пройду через темный портал один. Через 2 секунды. Сомалийский, ты первый. Да. Угу. Блядь, ну пиздец, на одного босса приходить, ладно. Я вспоминаю сразу Ума Туму, блядь. Хорошо.
тебя трэш вбиваем. Кто? Забирай. Изи. А как я он с Гер схватил? Блять. Скриптами, блять. Так они мне Лича тоже убивали, вы чё, блять? Да все не вопрос, блядь, какие проблемы? Как только воля попадет в инвентарь, сразу сори, интернет лагает, да? Так, везу БГ, я придумал БГшика. Похиливайте Волзика. Ты сам себе, что ли? Земля обогрится вашей кровью. Все, Д6 нахуй. Сколько дал? 17. 17. Ну, короче, смотрю, тебя две шмотки апнули неплохо, да? Две шмотки все хапают. Зависит как. No. Беспонтовщина падает. Ну, у меня и так неплохо, можешь взять, если тебе нужно. У меня с корабль. А, да, бери. Забирай. Да. Предстоит, шарьте ее. Дайте оковы. Это жирно. Пристыки, дайте оковы на Валю, пожалуйста. Чтобы не кост... надо, накручивайте ДПС. Заразиться. Хорош. Шейпер не упал, осколок, не? А с первого босса упал шейпер? Нет, его выкинуло. Или он перезаходит?
Шредер, ты смотрел, осколок был там, нет? Он тут или его нету? Блядь, его нет. Зоил, если на фул я пройду еще и ЦЛК шам, это в принципе можно будет Геру шама набрать с пуганием. Ну да. Ну я же тебе говорил, если пройдешь сегодня, то завтра я хэм буду собирать туда. Угу. Если буду, не знаю еще. Не, ну да, если такое больше, точно уверен. Я пойду утверждать. Если я буду уверен, что я точно что-то там собираю, то я ставлю. Ребята, ни у кого КД на лича десятку нету. Ну или там синдрали. Проф. Филы, давайте, давай. Что давать? Ты нагрел, да? Я все собрал, давайте пейте. Земля пухом. Как в той песне пелось, а я прото паладин в целках. Все, агрю. Там холли паладин был. А поставь там пока гроб лут, Войд, чтобы не лутать тебе каждую. Кто-то меня похоронил уже. Хилы, наверное. Ну, не знаю. Я могу сразу сказать, что объект Гер хуже, чем голова за РДД. Ну, как тебе сказать? Да. Голова. Долгоног. Так, ну, все, нет. Я просто аж выбил себе эту голову, у меня чуть ДПС поднялся по сравнению с объектом. Ну, не намного, но есть разница. Там фишка в том, что вот эта голова, она 264-я, а ее прок дает столько же СПД, сколько талик героический практически. Он ну да, она там 1200 СПД. Шейпер осколок был? Не был.
Он пишет вручную, надо выбирать. Можно вопрос один, может это подсобит? А, смотрите, ГКД откатывается на скиллы, да? А ты его юзаешь, а пишет заклинание, пока недоступно. Что может быть проблема? Там на ретрике? Сирус 2. Это везде такой бах. На всех пиратках. Просто я думал, может у меня как бы, не знаю... На, по графике пониже поставить, допустим, да? Настройки. Это сборей такая херня постоянно, да, по-моему? Да, 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 сборей. Самолетик, я активировал ловушку. Подожди там. Я понял, спасибо. Второй никто? А. На зум полутай собаку. Ленточка надо. Что мне 700 голды, это ни о чем. Угу. Не, ну 700 голды это такое. Когда у НАК починят то, что когда их откидывает, они стоят на месте, ничего не сделать. Это просто какой-то disable на 4 секунды. Вообще ничего сделать не надо. Таким заниматься даже не буду. Офигеть. Так обидно. Ну, вообще согласен. А еще светочка. Валю, меня жрут, ребята. Притяните. Не сожру. Зоэл, на 800 как заберешь. Окей. Наказано, да? Хорош. Властвуй и доминируй. Нормальные булочки, да?
страшное облако газа. Только будьте осторожны, не такое уж оно и обычное. Чё нормально, Элем 16240 дамажит, а нет, уже 14. Нет. Если это вокр какой-то там, то 11000. Забираю. Каплю ему дал. Я прожался пока. Рано ты прожался. Нормально. Нет, там же знаю, он же первую тычку дает нормальную. Я чтобы он не шанул. Нормально, снижаем физурон. Да, ю. Да, говорит Хилин Рейд, блин, у меня маны нету. Ребят, поел на ман. Его. Вот поменяй. Мне бы твою травму вообще топчик был. Тухлопус, ты всегда был моим любимчиком, как и Даниламорт. Молодец, что оставил свой. Тут еще и кровь падает. Я его даже чувствую. Может, квеста ни у кого нет. Шлак один. Волзик, ты поводишь из ней или будешь на боссе? Да, давай лучше на боссе. Хорошо. Давай лучше поводи у сомалийского тарга. Не с него сложно. Ну, давай так, давай эксперимент. Рубрика эксперимент. Я наберу агро. Я успею. А я переагрю. А тебе агро, ты переагришь и будешь танчить дальше. Не знаю. О, глянь, я еще говношамой своим на третьем месте. Ужас. Джованни, а крутани там этот рубильник, ты последний. Ну, я бы не отказался.
А, все, все, я иду, так. Он еще там будет, но ладно. Нет, назад я не... уже поднял, ёпсельму все, читай. Ну ладно. Ой, ты таймер ставил, да? Оля, тут нет. А что за фигня пишет, что я выиграла сапоги, но у меня их нету в сумке? Потому что это злодей украл их. Нажмите, нажмите, нажмите. Сумоним. Не понимаю. Не понимаю. Пока шел разрол, Войд поставил мастера и успел забрать. А-а-а. Я говорю, жулик. Плохой Войд, да? Да сапоги. Плохой Войд. Я просто испугалась. Куда делись сапоги? А можно просто пулить после того, как я ударю? У меня надо кучу всего прожать. Диспелем нет. Как делаем, что делаем? Окей. А, ну ясно. Это бесправедного неистого. Короче, не так у тебя много будет агра. Да, наберем. Чуть-чуть наберем. Ты перебегаешь? Я сейчас убегу. Я еще наберу чуть-чуть. Да. Все, забирай его, забирай. Сорян. Даже без низкоса поднабрал немножко. Надо. Там категория выше просто, как я всегда говорил. У меня половина усилков в стамину забить. У меня 228 всего. Как ты оцениваешь игру на своем друиде? Ну, игру на друиде, вот как ты сам себя оцениваешь? Да, в смысле, топчик, конечно. Дайте сальву императору. Не, ну так, что прям отдыхать. Желание кинь, а где уход тень? Император, кастуй ветерок, блядь. Пиздуй себе его пока. О, какой дерзкий. Не-не. Желание, уход в тень, юзани. Кастиель. Уход в тень, юзай. А ну, мне интересно. Как лоу. Отличные новости, народ. Я почему-то выиграл для подачи ядовитой смерти. Вообще я видела взрывы. Разбежались. Погоди, пидоры, это, да? Это микстурки фраза, что-то. Никто не видел.
ты просто играешь с Вуда, а в Вуда есть такая настройка для друидов, что ты можешь поставить, сколько человек рядом с конкретным человеком, чтобы в них кидать хуйню, которая кидается рядом, если как называется, буйный рост вроде. Боже, ты еще ругаешься. Такой голосок милый. Блин, на Малисе хватает. Ну, у меня-то голос как у тракториста, ёбаный. Заговорила. Куда вы побежали все? Пойдемте квест задавать. Я квест. Вас весь рейд пойдем, только не сдаем, ждёхся. Чё, блядь, за квест? А чё вы не дали квест? Так, будто... Стойте, остановитесь все, кто там первый. Шейпер, тормозите здесь, пускай те, кто не взял квест, бегут, берут. Стойте вы. Да, мы возле квестера постоим, да и подождем. А кому вы отдавай, подходы? Зад. А у меня нет. Ой, квест, блядь, почему? Только попробуйте квест выполнить. И шо будет? Хуй мой в твоем рту будет. Ты завали свое ебало и не пизди такой хуйни. В смысле? Блядь, я в хэме делал, походу, нельзя. Мне тоже нельзя. Значит, нельзя. Подходите все, давайте сюда, сделаем квест самон. Самон. Подождите. Кто сдал? Да, нам сейчас, походу, не надо. Подходить. Давайте самонить. А кого? Не надо, подходите же, он выполняется так. Давайте засмоним, те, кто бежит, потом будете дальше сдавать. Алло. Там Ретрик спалил. После профа сервак упадет, ты не сдашь. Ты уже ролил этот шмот. А, сумоним. Нет, извиняюсь, сори. Я по спину перепутал. Ну, сумоним, сори. Кликайте, чего? Всех сумонули, и... Открывай. Ну, такое. Нормально. Ой, ну заодно решил принести себя в жертву. Угу. Блин, электрошаун. Да нет, это не боже мой. Да я просто не понимаю, у него 260 ступни. Да, я здесь. Можно спросить, а насколько сильно нужны орки? Они мне нужны, но тебе нужнее. Ну да, я это просто хотел спросить. Можно ли мне их? А то у меня 230. Конечно, можно. А, 232 у тебя? Да ты ворун, у тебя же 260 кольчужные были. Экерлет. Ну и она выкинет, если выпадут хэм. Но мы убиваем хэм. А Эреску? Эреску? Убиваем.
Нет, я их на ДЦ, но, блин, отдайте ему уже. Пожалуйста. Электрошамы, пожалуйста. Да, я на ДЦ их собираю, но... Отдайте, нет, ну просто мы нам действительно на... надо отдавать. Да, нет, как бы он мейн, и он в гер, там, я не знаю, ходил, нет, но это мейн, а у меня твин. Оставь себе, пожалуйста. Это, подождите, сейчас. А я при чем? Костель сейчас подойдет, подожди. Вокруг да около. Сомалийский, я буду в Обаме? Мне все равно, как хочешь. Сомалийского как лучше. Как тебе комфортнее. Но Волзик в Обаме. У Сомалийского два таких танка есть или нет? Четыре. Да, ебать, донатер конченый просто. Ну, две выбил, две задана. Do no heal. Ну, там вообще... Там хуже, чем твой даже. Да. Это было... Бафается. Алиса, у тебя попробуй матрас. Да ты постой, попиши, пусть поработают сами. Сейчас посмотрим, где тачка-то будет. Хорош. Котлас вообще красавчик. Да, нормально все, если на стаку. Что-то я ничего не чувствую. Что? Так она, кстати, омоложение не этот не давала мне энергии. Лок, а ты точно кинула проклятие стихий? Точно. Я понял. Бы 3 секунды. Ребят, быстрее заливайте слизни, я у красного дважды. Вообще-то на меня не выбрал. Ну ладно, пусть будет так. Бэра, давайте.
Не допил лужу, не допил. Окей. Да, я тогда прослакался, но я не допил. Трое умерло. Мне за лужу, да? Я был. Тебе за что? Потому что мы стояли слизни, и он выбрал цель тебя, кстати. И нас троих или четверо положило. Ну, это там лужа была, я владел красного, ну как хочешь, начисляй, не начисляй. Ну, не особо, если у нее стоит символ на хас. Так. Там поправочка такая, что это танк его не отвёл. Первая колба была. Первая колба косячная, да, я
Сорян, заслакал. Потом нормально. Там, по-моему, Хант, блядь, ты такой умный сидишь, сука. Блядь, у меня лес зеленый, когда пельмени летели, я прожал тучку, потом она в КД была. Убегал от чего-то. Я могу сказать, от лужи убегает 4 лужи и получает пельмень. Так это твой, за что ты дал Костелю за смерть? В смысле, я только один поймала, я просто сразу умерла. В смысле, он мне 27 нанес. Лапу бафните и пошли уже. Да Войт, смотри, просто я тебе говорю, было плохо с лужами, и, видать, много получали вот из-за этого. Да. Слышишь? Да, пусть он на тебя кидает по КД эту, и все, у него так же... Макос попиши. Теперь... А ты не хочешь в 3 танка просто, да и все? Каких 3 танка? Блин, а можно мне туда 6 не надо? Кило. Мне просто нужен этот тотем шамановский. Из-за маны. Вон рыба стоит, я поставлю.